Итак, всем... Мелаги? Ладно. Итак, всем привет, с вами Хеллкрафтеры. И мы начинаем наш индустриальный Майнкрафт. И, в общем, так, психомайн. Так, здравствуйте. И мне когда не о чем говорить, потому что я все время без подготовки снимаю. Ну, мы подготовили платформы, вот, для постройки всего индустриального. И набрали побольше вещей. Точнее, набрал. Так, психомайн, полетели ко мне. Ну, только нужно аккуратно, потому что... Летим вниз! Нет, перелет! Потому что мы только-только научились управляться с плаками, поэтому... Поэтому спасите! Не убирай! Все хорошо. Ты приземлился? Да, я жив. А я перелетел немного. Меня даже джетпак не спас. Знаешь, потому что я хотел еще. Пожалуй, от кого-нибудь стоит убрать. Слушай, у меня есть одна просьба. У тебя есть это бур? Нет, пожалуйста. О, колодец. Слушай, у тебя есть бур? Смотри. Вполне просто глину переработать в глиняные шарики, окей? Спасибо. Окей, мы разломали всю глину. У меня на рюкзачке, еще в сундучке, везде глина. И теперь... Да ты не взял пожрать. Да? У меня есть еда. А у тебя это? Нету. Ну ладно, бюни. Или нет, не знаю. Нет, я возьму один арбузик и разобью его буром. Опс, пардон. Все, я готов. А, не, погодь. У тебя есть мультипак? Интересно. Мультипак еще есть? Так, смотри. Окей, да, успокойся ты уже. Ой-ой. Да успокойся, говорю. Так, слушай, психомайн, у меня есть лук. Мазила. Все, хватит. Сейчас, последние 16 штук на тебя использую. Окей, используй. Так, насколько я помню, крафтится вот так вот. Вот так. Я теперь буду Спайдерменом. Так, я угадал? О, я угадал. Браво мне. Я тебя буром замочу. Так, смотри. И вот сейчас начнёшь я строить дом. Где-нибудь я буду строить вот там вот. Да, о, я случайно стак тебе взял строительных лесов. А, ну хорошо, мне их потом передашь. Окей. Я не знаю, как у меня будет выглядеть дом. Ну, как-нибудь такая коробочка получится. Окей, я тогда пойду к своему дому пока. Потом строительные леса верни, окей. Они там лежат, в проект тейбл. Хорошо. Вася! Мне дома нечего делать. Ну, спускайся. Пока что. Что ты делаешь? Зачем ты все из лицо? Окей, мы построили стены, и сейчас быстренько покажу, как. Как делается бетон вот этот вот. Мы ставим это строительные леса, и в них вот этим пульверизатором заливаем бетон. Вот психомайн, он песком быстрее застывает, но на самом деле они сами могут застыть, просто для этого нужно много света. Это все, собственно. Так, психомайн дал. Оо! Психомайн дал концевые ботинки, я хотел проверить это. Как они... Ну, в принципе, да, неплохо. Там... Сколько у тебя штук отняли? Немного, я уже не помню сколько. Я уже забыла. Ну, так, мы немного построили такой домик. И я... Фу-ху-ху. Как думаешь, чем нам перезаняться? Предлагаю заняться энергетикой какой-нибудь. Прикольной. У тебя включен какой-нибудь интернет там? Ну, кроме скайпа. Включен, а что? Выключи! Лагает, что ли? Да. Сейчас. Я вообще хотел там с Майнкрафта, но ладно, окей. Так. Вова, теперь лучше. Что, правда? Никто не особо. Ну ты потому что и сердце держи. Не скоро уже жетпак разрядится. Слушай, а ты знаешь, а почему электрический жетпак не работает? Не знаю. Окей, предлагаю заняться знаешь чем? Так, мы хотели заняться энергетикой. Так, тогда, вот смотри, у меня там есть нефть. Ну что, займемся старыми добрыми, точнее этими. Ведь они тут горание или они опять повзрываются, как думаешь? Мне кажется, повзрываются. Ну, мы за ним будем следить и будем их укончать, окей? Нет. Давай. Лучше индустриальный. Да, давай рискнем. Просто рискнем.
Я лично хочу сейчас сделать ядерный реактор. Ядерный реактор, ну, но для него нужно еще много вещей делать. Так, палочки. Ладно, возьму это вот. Я сейчас делаю шестереночки. А, у меня тут были уже палочки, ладно. Так, вы не смотрите, что я гибаю, я, в общем, просто... Да. Я тут, типа, лишний. Угу. И скрыт в такой воде. Скрыт не удалось. Да успокойся ты уже. Коровка, умри. Ладно, плевать. Так. Как там делается этот, как её господи? Лагает. У тебя там ничего не устанавливается? Нет, у меня все окей. Ну, у меня не лагает, скажем. Опс. Вот умри, коровка, умри. Нет, она не умрет. Так быстро она не сдается. О, гир! Стоунгир. Слушай, а подними мне ещё... А, ну ладно, сам, то, что это прожит тейбл. Теперь должен быть железный бур. Подожди. Да вот тебе железный. У тебя есть железо? У тебя есть должно быть железо. Сейчас, подожди-ка, я остальные... Чё это было? Ладно. А, слушай, начинается, поднялось побольше стекла, поршней. Мы будем с тобой производить двигатели. Кстати, оставь, да, ёлки-иголки. Ну ты издеваешься, что ли? Нам деревья тоже нравятся. Смотри, я ещё делал немного, но ты их... Да их не перекрашивай, хорошо? Окей. Все, и пускай тут лежат, и не трогай их. Ла-ла-ла-ла-ла! Ещё железик возьмем побольше. Так, теперь. Меня тут коровка толкает. Я вижу. Это ты тыкаешь очень больно. Слушай, чё коробки надо, не знаешь? Не знаю. Ладно, окей. Так, теперь. Теперь делайте алмазные. Да, нам не нужны алмазные, подожди, не делай. Оп, пардон. Короче, вот так это крафтим. Вот и все. Это мне. Вот 9 двигателей. Не надо. Слушай, хватит уже крафтить. Все, короче, я пошел. Так, теперь нам нужно сделать. Ой, я дурак. Нам нужно еще железные шестеренки. Еще знаешь сколько? Пожалуй, нам нужно еще. Короче, много нам нужно, поэтому. Поступим так вот. Все, это мне. Правда, нам еще и деревянный понадобится, поэтому, смотри, ничего не делай, подожди. Я еще возьму палочек, нет, досочек, палочек, не знаю, что возьму. Жалко, строительный сад, нельзя в палочке перекрасить, а то зачем настолько. Окей, у меня есть немного деревца, стой, у меня есть и доски, поэтому... Стой. Да, подожди ты. Да, какого черта? Я хотел сделать комбушен энджин. Настолько не... Я дурак, я просто дурак, ты понимаешь? Да, что ты делаешь? Что издеваешься на мной? Слушай, может другой версию так выдать? Не надо. Да ты... Все, это дальше мне. Так, стой, ничего не делай. Просто ничего не делай, говорю. Ты достал! Слушай, поставь себе другой версию так, и будем париться. Старичка, мне пока хватит. Хватит, говорю. Так. Ну, теперь делаем еще железных. Железных сделаем. Умно. Да погодь. Так, таймсетнем. Таймсет 0. По нулям. Это, конечно, не очень-то честно, но... Вот тебе еще 3 комбушена, Джина. Стой! Ты что, все железные шестеренки в него превратил? Ну, да. Ты что, сделаешь, что ли, надо мной? Они мне не для этого нужны. Ой, ты запарил меня. Ты что делаешь вообще? Так, кстати. Я должен быстренько вон взять и красить.